Празднование Нового года в столице Коми пройдет скромно. Решение было озвучено сегодня на общегородской планерке в мэрии. Отказываться от украшений города власти Сыктывкара не стали. Стефановская площадь, как и в прошлом году, будет украшена праздничной иллюминацией. Часть площади займет каток. Будут установлены ледовые фигуры. Детские елки также пройдут без изменений. А вот праздничного салюта не будет. Да и сама смета на проведение торжества будет ниже. В Ухте также откажутся от салюта и масштабного празднования Нового года. Об этом на планерке журналистам рассказал сегодня мэр города Магомед Османов. По его словам, организацию ледовых городков на площадях города традиционно на себя берут градообразующие предприятия. И в этом году их обустройство остается на их усмотрение. В бюджете на эти цели средства не заложены. Строительство, это будет зависеть от градообразующих предприятий, как они примут решение. А в части там новогодних вот праздников для детей, оно, естественно, оно никуда не денется, оно есть, оно было, оно и будет даже. Поэтому здесь никаких разговоров. А такие вот там корпоративы или все остальное, ну, муниципалитет никогда не проводил эти корпоративы, я имею в виду, такие вот. Что если какие-то предприятия внутренние, это уже их не дело. Запретить мы им не можем и не будем, если у них есть возможности, у них проблем нет. Но таких массовых там салютов, все этого, конечно, мы проводить не будем.